первый раз специально за очень много лет я взял 5 дней полного отдыха, я не тренировался. То есть Фил Хит не создавал бренд своего питания. Я просто всегда мечтал это сделать. Смотри, ворота. Там есть ряд новых продуктов, которые есть желание ввести на рынок. Салгар, друзья мои. Один фейковый, другой настоящий. Та-та-там. Я полностью отказался от приема омега-3. Ребят, что, помолодел? Тут, видите, всякий импорт. Вот Skytec. А тут будет. Тут качалочка. Живой мой контроль. Сейчас мы послушаем интересный рассказ. Доброе утро, друзья. Ну что, я доел морковные палочки. Ну, еще я съел какую-то ерунду с этими, с котлетами и яйцом. Но тут другого не было. В общем-то, доброе утро. Всем привет. Я в Питере. Я, наверное, безумно помятый. На 10 утра я уже записался на это. Привести себя немножко в порядок, смотаемся. В общем, прилетел в Сочи. В 2 часа ночи вылетел. В 6:45 должен был прилететь. Приехал пораньше. Чуть-чуть приехал, прилетел. В общем, вот прибыл Алексей. С ним небольшой влог сегодня, пообщаемся, расскажу, что происходит, что хорошего, что нового, что интересного. Сейчас едем забирать машину, она тут прямо рядышком, пока меня не было, провели полное ТО, всякие штуковины почистили в машине. Ну, машинные эти дела, в общем, важные, масла, фильтра, вся ерунда. Потом, пока меня не было, сотрудники перегнали автомобиль в детейлинг. Надеюсь, он супер-мега блестящий. Обновили пленку на капоте, все-таки ее немножечко оббило, укатали новым хромом, нанесли слой полика дополнительный, поэтому все должно быть максимально красиво и нарядно. Все, забираем машину, офис, дела, на пару встреч с вами смотаемся. Дай бог, найдем время, выкроем, даже чуть надо потренироваться специально. Первый раз специально за очень много лет я взял 5 дней полного отдыха, я не тренировался. Все 5 дней только играл с ребенком. Единственная физактивность была, собственно, борьба на кровати, бои подушками, кидание мячиков в бассейне и катание ее на плечах. Вот это было максимум, что я себе позволил. Кто смотрел выпуск из Дубая, кстати, недавно выпуск из Дубая был, кто смотрел, я спросил, как думаете, купил ли я себе золотую сумку? Купил себе золотую сумку, вот, но не в Дубае, на самом деле, я ее заказал тут у нас в России. В действительности не было задачи, чтобы она была золотой, тут просто прикольный боковой отдел есть, он такой непромокаемый, короче, под полотенце, под там белье, чтобы не пахло, не соприкасалось ни с чем. И прикольный отдел отдельный под обувь. Тоже, чтобы обувь можно было, не используя пакет, отдельно размещать. В общем, довольно-таки удобно. И с ней я и полетел до кучи. Вот такие вот дела. А где же ребенок, спросите вы, если я был с ним на отдыхе. У меня много работы, поэтому ребенок сейчас остался там. Вот, прилетело. Ну, мама. В Питере свежо. И знаете, что я вам скажу? Что я не знаю, нахрена мы вышли с Лёхой на улицу. Тут прохладно. Ладно, надеюсь, что машина приедет быстро. Вот, через 3 минуты к нам приедет Як, либо Джак, J7. J7, пакет с соком. Ну, почему бы и нет? Вот, ну... Очень много китайцев, естественно, в последнее время стало в таксопарках. Я не знаю, насколько уже, не знаю, насколько они надежны, как бы, хотелось бы понимать, интересно. Но время покажет. Я думаю, что в ближайшее время китайцев будет становиться все больше и больше. Пацаны, ребята, если катаетесь на китайцах, на самом деле очень интересно. Такой
мне так проще с вами пообщаться. Напишите, кто ездит на китайцах, на вот этих новых, так скажем, да, там, вот, которые вот последние там года полтора начали активно появляться. Как вам вообще автомобили? Ничего ли не отвалилось, ничего ли не гремит? Потому что в основном я слышу отзывы у людей хорошие. Вот. О том, о эксплуатации. А почему спрашиваю? Хочу начальнику производства взять автомобиль от компании, подарить за достойные достижения и заслуженные заслуги. Вот. Перед компанией и рассматриваю. Я вам скажу, что мне приглянулось по цене и какому-то визуалу. Это Cherry какой-то там, Pro Tiggo, да, Вова, Леха знает. Леха машину смотрит, видимо. Tiggo Cherry какой-то там Pro 8. Вижу часто на дорогах. Вижу его в Яндекс.Такси. А в моем понимании в Яндекс.Такси не работают глупые люди. И если автомобилей много в таксопарке, значит, он показал себя как наиболее надежный. Потому что в свое время очень много было Солярисов, вы помните. Солярис реально вечная машина. До первого поколения Солярис это что-то... Это что-то, что будет ездить, это, помните, Форсаж, там, когда Вин Дизель стоит, и ему отец говорит, при должном уходе эта машина может ездить вечно. Он говорил про Солярис, скорее всего. Вот. И, в общем, сейчас там Dacia бегает, много этих копяток, Sonat. В общем, раньше корейцы было надежно, да и сейчас надежно, просто дороже. Наверное, с китайцами такая же история. Поэтому напишите ваши мысли, ваше мнение, ваш опыт. Он ценный не только мне, еще остальные ребята увидят. Многие, я думаю, думают, что им хочется камеры в круг, панораму и все дела, и типа там за 2500 новый, возможно, с гарантией. Возможно, с полноценной. Я почти справился, конечно. Но не совсем. Москвич, да? Москвич это Як. Вот, сейчас Леха подсказывает, что Москвич это Як. На базе Яка делают Москвич. Сейчас мы по-другому это переснимем. Типа такие, ребята, вы знаете, что вот этот новый Москвич делают на базе Яка. Ну, тупо берут китайскую машину и лепят надпись Москвич. Это уникальное, сложнейшее производство просто. Не знаю. Вот. Давидыч, генеральный советник Москвича. Давидыч, генеральный советник Москвича? Они там идиоты. А что он может посоветовать? Он инженер или что? Или он... Типа очень много машин протестировал, поэтому может что-то подсказать. А, ну после Rolls-Royce можно, да, подсказать, как что у вас все плохо. Он так приходит, не Rolls-Royce, нет, вообще. А звездочки будут на потолке? Нет, надо бы звездочки. Гирлянду хотя бы диодную. Да нет, ну естественно, ты же понимаешь, да, то на самом-то деле просто Давидычу дали денег, и чтобы это был, ну, как бы, рекламный агент просто. Для качков переведу. Какая-то Фил Хиту дали прямо откровенно долю с продаж бренда Gifted Nutrition. То есть Фил Хит не создавал бренд своего питания. По сути, прям единицы культуристов на планете запускали свой бизнес нормальный. В основном у них не хватает их ресурса жизненного дальше, чем быть просто говорящей головой. И по сути, даже говорящей головой получается быть плохо, и все эти проекты терпят неудачу, связанные, ну, в нише саплемент, да и куда бы они там ни шагали. Наверное, единственный реально успешный пример, и в котором... Ну, правда, он потом обанкротился несколько раз, по-моему, да, перепродавался. Но, по крайней мере, это был популярный бренд, он был, собственно, это Gaspari Nutrition. Да, вот Рич Гаспари, он реально, то есть, был в этом бизнесе. То есть, тот же самый, там, линейка Катлера, линейка Кая Грина, линейка Ронни Колмана, это все Signature Series. А? Лефрон тоже просто, как бы, ну, его позвали. То есть, он не пришел там, запустил что-либо. Рядышком постой, в футболке по миру поезди. Вот. У нас тоже особо примеров не вспомню. Единственный, да, вот Саша Федоров, да, он сделал свой бренд. Но тут, с другой стороны, у этого бренда нету как таковых продаж существенных. Вот. В остальном, как бы, все остальные вообще это ноль без палки. Вот.
просто, мне кажется, нужно заниматься тем, чем ты умеешь заниматься хорошо. Ну, либо, конечно же, учиться этому. Да, нужно потратить большое количество времени на развитие, ну и плюсом собрать и команду, нюансы в море. И, наверное, все-таки нужна капелька. Маленькая капелька, капелька везения, помноженная на бесконечный объем труда. Ну, тогда получается результат. Я просто всегда мечтал это сделать. Смотри, ворота. Я же машина. Биби, мазафака. Грузовая, с сумками. Теперь на самом деле две задачи. Первая — это найти на паркинге машину. Задача вторая, это даже не задача, а удача. Это чтобы ребята с детейлинга не забыли отдать ключи вахтеру. Потому что если забыли отдать ключи вахтеру, то ой, не сладко им потом придется. Так, в общем. Ай, красиво, капотик переделали, смотри, она нарядно как стала. Пуликом закатали. Все прямо вот. Просто новый. Пушка, гонка. Так, я поставлю вещи и схожу. Схожу на вахту. Горит значок омывайки. Мне прям очень не нравится, когда что-то светится. Сегодня пока по плану заехать в офис, провести сразу утром совещание с директором одной из компаний, узнать дела сотрудников. Хоть и праздничные дни были, такие, скажем, ну, наверное, не сильно нагруженные, но в целом много чего все равно происходило, в частности, по внешнеэкономической деятельности, да и по внутренним закупкам. Там есть ряд новых продуктов, которые есть желание ввести на рынок, и как раз таки была проведена работа по поиску, подбору компонентного состава. Соответственно, нужно все это посмотреть спецификации, сравнить с тем, что есть на рынке. Ну, такая, в общем, рутинная, но нужная по своей сути деятельность. Потом сорваться на полчасика сюда же, а не сюда же, в другом районе. В общем, рядышком с работой. Ну, хочется себя в этот божеский вид привести, а то я реально как этот каникулы Бонифация весь обросший. Надо себя просто чуточку привести порядок. Вот. Ну, сейчас в офисе забегу еще. Почищу зубы, да голову сам побрею станком. Бороду подровняют. И можно будет дальше поработать опять. А потом уже поехать на встречу. Первую. Вот. Там я немножечко побеседую. Вы уже знакомы. Это с организатором НВПА. Пока мы будем беседовать на ряд насущных вопросов. Алексей поедет на подсъемку бэкстейджа одежды на Балатику. И потом, думаю, мы с ним опять встретимся и окажемся на встрече с одним из... Короче, в общем, с моим товарищем, с
которым сейчас возможно взаимодействие по большому ряду проектов, начиная от компании Decathlon, которая в Россию возвращается. Да, все ушли, а теперь все возвращаются. Ну ладно, не буду уж утечки и гадости говорить по этому поводу. Далее человек занимается косметикой непосредственно. И ввиду того, что сейчас у нас есть женский бренд, возможно, какая-то определенная женская аудитория, хотя без сильного лидера мнений непосредственно, который мог бы быть. Ну, пока, скажем, я не нашел такого человека, который бы прям был супер мощный. К примеру, стоил бы в него полноценных вливаний. То есть пока даже намека на самом деле нет на это, да. Хотя для косметики, я думаю, что нужно именно лицо бренда. С одеждой все проще. Одежда, ее можно сразу потрогать, понять качество, а там у нас запредельно все. И, ну, в общем, сделаны вещи потрясающие. Девушкам этого достаточно, они это трогают, видят. Есть брендинг, есть понятное позиционирование в индустрии. Там все супер. Все-таки косметика вещь, которая мажется на лицо. Сразу действие непонятно, что мажешь, непонятно. И если бы делал, наверное, мужскую косметику, то тут было бы все проще. Но максимум, что я мог бы себя выдать для мужской косметики, ты знаешь, это в одном тюбике шампунь-гель, вот это вот, типа, чем сам пользуешься, а и мыло хозяйственное руки помыть. Ну, прям вообще пипец, косметика не могу, да, и рекомендация — умывайте лицо холодной водой. Это продлевает молодость, ну, пипец, так себе продажи. Хотя, конечно, если быть честным, я понимаю, что, наверное, пусть не самым преклонным, но уже в моем возрасте, пора бы что-то на себя мазать. Но, блин, типа, крем от загара могу. Когда сгорел уже, причем, знаешь, когда уже вообще все. Ну, надо, на самом деле, наверное, мужикам, нам, о себе как-то тоже заботиться, но нас этому не учили. Пацаны, кто-нибудь мажется чем-то, вот, типа, для сохранения своей... Бля, даже звучит пиздец, слышите? Пацаны, вы чем-нибудь мажетесь для сохранения своей красоты и молодости? Бля! Ну, это неплохо, но в голове вот у меня так отыгрывает, типа, ну, там, где я вырос, так не делали. Там, где я вырос, там не доживали до того возраста, когда нужно заботиться о своей красоте и молодости. Там к этому времени либо уже валили, либо уже сидели. А быть там самым красивым, возможно, не лучшая перспектива. Бля, блядь, грустно, да? Машину помыл. Вот знаешь, у нормальных людей дождь идет, если машину помыл. Эй, я у Халецкого, блядь, если машину помыл, вообще снег ярит. На улице плюс 3, мы выезжали, было плюс 9. С аэропорта. Зима пришла. Ну, как бы реально. Тут же и кусачки лежат. Вот я вот не уверен, от чего пропуск. Но мне почему-то кажется, что это не от работы. Сейчас проверим. Кажется, от работы был черный. Ну, где-то же он должен быть. Тут холодно. Но вкусно пахнет на улице чем-то. Да. А тут же еще на территории печенье пеку. Да, пропуск здесь. Да, тут есть, ну, печеньки, знаешь, такие. А прям такие сладкие, в огромных коробах картонных. Сейчас запахло. Почувствовал, да? Прям такой вкусненький запах. Как хорошо, что машина говорит, что теперь не забудьте телефон. Она его видит. Видит, чувствует, ощущает. Вот. Возьмем всю сумку. Берем сумку. В сумке у меня, может быть, есть чистые вещи. Я думаю, надо выпить кофе или не надо выпить кофе.
дилемма. Хотелось бы. Я даже не знаю. Хочу, не ты будешь кофе? Да. Значит, ты будешь кофе точно. А я, когда начнется готовиться, я почувствую запах и уже приму решение, хочу ли я кофе. Надеюсь, в кабинете порядок. Все стоят баночки. Баночки. Они ждут на своего времени, на самом деле. Но прям очень много работы. Солгар, друзья мои. Один фейковый, другой настоящий. Та-та-там. Очень похоже. Вот. Думайте сами, решайте сами. Подписано, где приобретены. Кем продаются, кем реализовываются. Как поняли, что фейк? А? Они отличаются. Сначала не отличаются. В первую очередь не отличаются по цене. Очень сильно. Ну, тут есть отличия. Хотя баночки вот бы очень крышечка похожа. Вот прям даже крышечку присмотреться. Я отведу, чтобы свет был. Можно даже вот при таком приближении заметить, что разный. На самом деле разный металл. То есть, конечно, я думаю, если будет стоять куча банок фейковых на полке, где-то только фейк, отличить невозможно. Сделано качественно, стекло хорошее, то есть крышечка железная. То есть, вроде бы все здорово. Но если вот приглядеться, то как бы другое совершенно. Штаны сваливаются. Я же отравился там. Я не один раз взвесился. Сейчас не знаю, какой вес стал. Ну понятно, да, я не тренировался совсем. И плюс у меня. Там, короче, у меня. Или не отравление было, может, вирус какой-то подцепил. В общем, с вечера до утра, когда мне было плохо, минус 7 килограмм. С меня прямо. Почему? Ну, все процессы происходили. Зубная щетка. Зубная щетка и косметический набор. Это уже документ. Уже что-то надо подписать. Это все то, что на самом деле не весело. И этого больше всего в работе. В этом деле главное полбашки себе не отрезать. А это зависит напрямую от того, насколько новые лезвия. Отравился. Я, кстати, еще эксперимент сейчас провожу. Я полностью отказался от приема омега-3 жирных кислот на несколько месяцев. И хочу посмотреть, насколько от этого ухудшится липидный профиль. И, соответственно, ну, цель одна. Сейчас, после анализов, начать активно большой объем омега-3 потреблять. И посмотреть корреляцию, насколько это пойдет в плюс. И, соответственно, пойдет ли. В общем, думаю, суть ясна, да, потому что все равно, так скажем, споры не прекращаются по этому поводу. Хотя, конечно же, с другой стороны, мне кажется, что основной момент, то есть стоит не забывать, наверное, у людей будет индивидуальное. Моменты, ну, реакции на большой объем омега-3 жирных кислот. Потому что как ни крути, да, пусть это и американская ассоциация кардиологов, но у них в лечебные средства занесена омега-3, значит, проводились исследования довольно-таки масштабные. Но есть люди, думаю, у которых уже никак не влияет. Это договор не мне подписывать надо, перепутали. Где влияет уже
несущественно, и этим людям приходится добавлять статины. Мое отношение к статинам, наверное, все знают. Да, они работают, но просто считают лекарством уже, скажем, финишным, крайним при критической необходимости его добавления. Если другие способы не работают. У многих людей другие способы не работают, что мы можем заметить. Поэтому, ну, значит, со статинами многим придется дальше двигаться по жизни. Я ради интереса хотел их пропить, посмотреть тоже реакцию. Если не ошибаюсь, это был розувастатин, четвертое поколение. Могу путать, но вот самый современный. В общем, мне было плохо. То есть на мне, по ходу дела, все побочные эффекты, которые могут быть, скоротечные, сказались все. У меня была тошнота, тахикардия, головные боли, плохое самочувствие. То есть прям мне тупо было плохо. Стоило отменить. Через часов где-то 18 начала отпускать. Через 2 дня полностью отбередилось состояние. Пропил я их всего 5 дней. Плохо стало на конец вторых суток. Это личная вот, ну, реакция. То есть, наверное, я бы не смог в случае там, критических состояний использовать статины. Хотя, опять же, есть другие. Первое, второе, третье поколение статинов. Они там менее эффективными считаются, более токсичными, но побочные эффекты от каждого статина у каждого свои, там фармакинетика разная, поэтому тут в любом случае они подбираются индивидуально, подбираются по весу, подбираются по типу, по самочувствию врачом, поэтому тут уже работа с кардиологом, с опытным, который если уже примет решение, что других вариантов нету, то придется их пить. Ну, вот. Я хотел просто проверить, знаешь, всегда мне интересно, типа, что будет. Вот. Я что будет на себе испытал. Ну, поэтому я надеюсь, что омега-3 у меня работает. Потому что обычно у меня не самый плохой индекс эстрогенности с учетом приема в рационе АЭС. Поэтому сейчас вот оно наверняка должен быть липидный профиль, прям ужасный. Но потом я сейчас начну его компенсировать прямо специально, все, что можно добавить из БАДов, лецитин, МСТ, омега-3, прям много. И посмотрю потом динамику в диапазоне примерно 45-60 дней, как смогу дойти до лаборатории, потому что не всегда у меня это получается так оперативно, как хочется, потому что часто есть какие-то другие дела. Или, знаете, когда приходится выбирать вот утром, типа, там, завести в школу, потом поехать на тренировку и потом на работу, либо заехать утром анализы сдать. Знаете, такой, тренировка? Типа, что? Анализ? Тренировка? Тренировка? Как пропустить тренировку? А никогда нету тренировки, ты обычно чем-то тоже занят, и, в общем, как-то анализы. Я их сдаю просто, ну, вот говорю, в диапазоне там погрешность процентов 25, если взять, то нормально, от запланированной. Главное, за это время ничего, чтобы не произошло плохого. Вот такие вот дела. Сейчас, так что, как вот решил, еще время есть до прихода сотрудников, вот прямо сейчас сяду и буду подбирать анализы. Кстати, мы давно знакомы, но близко не общались. Определенные жизненные обстоятельства нас свели. И я думаю, что скоро вы сможете увидеть видеоролик, как раз-таки посвященный анализам от одного из светлейших умов России, профессора, ученого. Пока не буду называть вам имя. Заходите в Инстаграм, смотрите, следите, узнаете. И мы, как раз-таки, думаю, что первое, что с ним обсудим, это комплекс анализов. Причем, чтобы вы понимали, человек сам по себе это не, он этим не зарабатывает, это не его работа. У него совершенно другие цели и задачи в жизни. Но он сам любит бодибилдинг. Из-за этого, то есть ты так же, как я, да? Сам из-за этого работал с какими-то спортсменами, сам для себя глубоко погружен в эту сферу. Обладает очень реально прям там, уровнем, давайте так, все-таки, наверное, уровень развития интеллекта, стремящийся, который можно называть гениальность. Ну, так, с такими людьми всегда интересно пообщаться на любую тему, поэтому ждите вот это вот 100% на следующей неделе. Я бы хотел снять, как только у него будет свободное окошко по времени. Вот. Одно окошко есть, но мы договорились просто попить пиво с ним. Поэтому простите. Вот. А следующее окошко мы снимем наш вариант, список, расширенный список анализов, которые можно сдать, и на его основании разберем, наверное, каждый пункт. Наверное, мы разделим это на 4 блока,
мы отдельно отнесем липидный профиль, мы отдельно вытащим щитовидную железу, мы отдельно вытащим там общий анализ крови, клинику. Ну, в общем, все нюансы постараемся расставить на свои места касательно и соматотропного гормона, и ФРа, их уровней в крови. Вот так вот. Все, пошел себе анализы выбирать. В принципе, даже какие-то ощущения в теле есть. Если я где-нибудь добуду банку претрена, то я бы немножко даже позанимался, чтобы потом сегодня на это не тратить время. Во дворе есть турник. Во дворе есть турник. У нас есть качалка на складе. Сейчас мы будем проводить, не сейчас, чуть попозже, максимально подвальную тренировку. А в 10 часов записываем на ворот. Есть нюансы. Это самый крайний. У него прикольный золотой визор. Это Icon. Я хотел другую модель, но очень понравилась тут роспись, и поэтому я взял его. У них есть вторая модель, у которой центральный замок, вот как здесь. Тут такое расположение замка гораздо более удобное, вот это вот. Да, с ним гораздо проще в движении снимать. Это Shark, он очень кайфовый шлем, на самом деле, он супер удобный. Он легкий, у него шикарная вся система по ветрозащите, да, у него там очень, ну, понятно, все как-то максимально современное, да, то есть в нем все встроенные очки, все дела, но есть нюанс, у него очень сильно с краю, ну, как это хрень называется, даже не знаю, в общем, штучка для поднимания визора, в общем, у меня уже третий визор лопается вот здесь, это тоже все лопнул, потому что нагрузка неравномерно распределяется с одной стороны, и он здесь лопается. Имейте в виду, аккуратно поднимайте. Тут все супер крепко, потому что нет такого нюанса. В этом шлеме очень крутая вентиляция, разнообразная. Но у него есть минус. У него нету встроенных очков. Ничего не вылазит. Вот. А без очков плохо. Так, тут у нас все неплохо поднимается, равномерно. Тут все есть. Очечки. Неплохая вентиляция, но этот шлем более шумный, чем Shark. Вот, не знаю, не мотоблок, конечно, но кое-что есть. И нужно переставить камеру с Shark на Icon. А может вообще купить себе еще один Icon, этот Aeroflame, что ли, называется, который мне нравился. Но вопрос возникает, нахрена 4 шлема? Поэтому в целом бы я попробовал бы Shark HDC. Кому нужен стиль? Кому нужно прямо вот. Это Venom, это Marvel, это ну, не то чтобы коллекционный, хотя может уже и коллекционный, но лимитка. Вот такой Icon. У меня есть свой такая штуковина. Вот. Не знаю, высветилась. А, да, вот написано. Пэ-пэм. Вот. Я свою ссылку размещу внизу. Там скидка до 30% на анализы, да. Мне кажется, ну, в нормальных, адекватных лабораториях. Ну, а я прикольно, то есть, меня кто добавляет, а все люди, которые, то есть, сдавали от меня, много, видишь, какой список. А, соответственно, я могу сразу посмотреть. Компенсирует по времени. Пока со всеми поговорили, что-то упустил я момент потренироваться, но еще шансы есть на самом деле. Может быть, даже угенно они там стоят. Ой. В общем, не торопятся туда двигаться, господа. А он куда поехал? Я хочу есть. Вот, начал говорить, да, позаниматься можно. Мне кажется, сейчас попробуем какую-нибудь, может, еды заказать. Или тебя отправим за едой пока. Встреч. Где-то тут документы от машины есть в машине. Да, там вроде бы это пластик в бардачке. Купался, ну, ветер был в Сочи невероятно сильный. Прям, ну, очень сильный ветер, очень холодный. А два дня провели на улице в бассейне, потому что солнце прям печет. Солнце обжигает, поэтому холодно из-за ветра. Плюс постоянно в воду нужно было лазить, купаться, то есть холодно, замерзал. Хоть бы что, ни намека там на больное горло, на сопли, то есть вообще не заболевал. Пролетел в самолете, заранее закрутил все эти, знаешь, вентиляторы, в капюшоне летел специально.
все заболело горло. Вот я не знаю как, а я летаю постоянно в самолетах, и у меня постоянно начинает болеть. Ну, наверное, каждый там третий перелет у меня болит горло. Я часто даже в самолет сажусь, я сразу беру Strepsils, его уже заранее начинаю рассасывать. Кстати, часто помогает. Вот такая вот неприятная особенность, но у меня в целом стоит диагноз хронический тонзиллит. Я даже проходил в том году обследование, хотел удалить миндалины. Сделал КТ, смывы, мазки, ну кучу всего на самом деле проделал для этого, а по итогу сказали не надо. Хотя я знаю, что людям их часто очень удаляют, тем более там, с диагнозом хронический тонзиллит. И в детстве мне много раз хотели эту операцию сделать, а сейчас дали врача, он там какой-то супер-пупер главный доктор, ученый, там завкафедрой удаления миндалин, шучу, лор, ну там типа высококвалифицированный лор, вот он типа, ну мне не надо. А в этот момент у меня они, по идее, были воспалены, даже болели, когда у меня брали смывы, и при этом типа нормально все. Очень странно, потому что прям говорят, что потом аж жить легче становится без миндалин. Хотя раньше у меня было такое глубокое убеждение личное, что пусть лучше будут миндалины, и хоть они часто воспаляются, там, ну, оказывают дискомфорт раз, плюс постоянно дополнительный воспалительный процесс в организме, это не полезно. Но я считал, что зато это, как знаешь, такая сигнализация. Горло заболело, значит, как говорится, просел иммунитет. Я быстренько там с горлом разбирался, и все окей. В общем, не знаю, какая из теорий правильная. А может быть, они обе верны, может быть, частично, поэтому. В общем, в том году я склонился к тому, чтобы их удалить, а мне их не удалили. Помолодел, не? Ребят, что, помолодел? Лучше? Теперь не как домовой. Не домовой, золовой, знаешь, этот. Не упади с ребрика. Солнышко вышло, сразу комфортнее стало. В общем, сейчас мы перекусим. Есть 15 минут еще времени. Леха, как местный, говорит. Есть тут нормальная шавуха. Почему бы и нет, если да? Правильно? А если там есть колы без сахара, то просто победа. Завтрак предпринимателя. Да ладно, что шавуха нормально. Там вроде как овощи здесь немножко, вроде как мясо, чуть-чуть лаваша и если еще. Соус обычно не майонезный, поэтому пойдет. Пахнет вкусно, как здесь. Здравствуйте. Какую хочешь? Классическую. Классическую шаверму и... И мне тоже. Получается две, да? А? Две классики. Две, да, две классики. Кола есть без сахара? Да, кола есть без сахара. Отлично. Будешь? Да. А можно сделать двойную? Ну, стандартная. Самая-самая большая, 380. Прям большая, да? Да. Шаверма контроль. Mm-hmm. Ну, то есть сверху откусил лаваша много. Ну, пока не считается. Но. Так, в целом. 4 с минусом. Не знаешь, везде по-разному делают. Везде вкус отличается, да? То есть сложно. То есть прямо. Какая она идеальная. И там может быть супер вкусно, например, с рваной говядиной. И тут с курицей. Но типа, чтобы 5 с плюсом, это супер какая-то редкость. Ну, 4 с минусом. Не, в лаваше тоже не супер. У них есть, например, президентская. Вот она. Она прям вкусная. Тоже своеобразная, это свой тип. Но она, да, она вкусная. Друзья мои, пока снимали влог,
во время влога рассказываю вам, что мы сняли еще один видеоролик, посвященный подделкам. Мы... Заходи, не стесняйся. Вот. Я рад тебя видеть. Здравствуй. Присаживайся, не парься совсем. Не парься совсем, у нас влог, поэтому можно снимать что угодно. Мне надо узнать, сколько вы по времени по вашему влогу. Тогда, в общем, сняли мы сейчас вам обзор Омеги-3 Салгаровская. Одна из них настоящая, другая поддельная. Это все в отдельном ролике будет. И маленький эксперимент с замораживанием. Я такие эксперименты не люблю, но вот я знаю, что такая проба есть. Но поверьте, до того, чтобы варить протеин, точно я не докачусь. Все, сейчас пойдем поподтягиваемся. Ждем гостей через полчаса. Ром, можешь не убегать, я почти закончил. Ждем гостей через полчаса на экскурсии на завод. И потом еще гадать на встрече. В общем, денек насыщенный. Но шавуха была вот такая. В принципе, мне даже еще сотрудница предложила заказать ями-ями. Я даже вроде бы пока не голоден. Я лучше протеинчика выпью. Надо найти где-то, тут должна быть коробка, в которой лежат пакеты с протеинами. С чистым изолятором, который я себе фасую. Кстати, ребят, нужен ли вообще и хватит ли у вас денег, желаний и возможностей покупать самый-самый чистый изолят? То есть, ну, вот прям без ничто. Если да, напишите, мы будем запускать, так скажем, реновировать этот продукт. Но в какой-то момент мы его из линейки убрали, просто потому что это было очень дорого, и оборот по нему был никакой практически. Все, идем подтягиваться. Ладно, заебись. Оба по размеру. Ботиночки себе заказал новые. Кстати, короче, ручная работа. Они ручной работы, с железными носами. В общем, все как... Ой. Все как в детстве. Все как в лучшие... Все как в лучшие годы. Одни черные, другие белые. В общем, была мысль позаниматься на улице на турничке. Скажешь, все отлично, все подошло. Все подошло, говорю. На улице, ребят, холодно. Конечно, на турник хотелось залезть, но что-то это. Если даже мы решим по это подтягиваться, мы лучше выйдем быстренько на улицу. Налегке. Налегке подтягиваемся. Сработало. Хорошо. Ребятки у нас тут тренируются очень активно. Собственно, мы идем к нашим ребятам в их тренировочный лагерь. Так, в общем, есть мысль какой-нибудь патринчик все-таки бахнуть. В целом еще весь день двигаться. Зайдем к королю под землей. Не все же знают. На самом деле у нас еще есть 3 сайта мультибрендовых с импортом. Нам эти сайты достались случайно. Один там сайт мы забрали за долги, другой что-то еще. И, в общем, взяли человека, который этим всем занимается, это как мы, давайте так, в него проинвестировали. Я даже не знаю, сколько это приносит денег. Вообще приносит ли? Я вот без понятия. Тут. Спросить не у кого? А? А Сани нету. Не видно Сани. Если что-нибудь у него просто возьмем. Даже можно ссылку будет разместить. Ну тут такое, вот батончики много продается в разные направления. Это еще то, что не мы выпускаем. Наша линия скоро уже, она уже готова. 18 мая мы едем на завод, производитель линии оборудования для пуска наладки и приемки линии. Тут питаются, кстати, сотрудники, они очень активно все это сами употребляют. Тут напитки они же берут, сейчас мы тоже какой-нибудь, наверное, напиточек возьмем, на самом деле, попить. Лёха, ну, пополам стаканчик добудем. Тут вот, видите, всякий импорт, вот Skytech. Это чтобы вы понимали, откуда вообще взялась-то эта Омега. То есть Саня увидел, что она бывает не настоящая, специально заказал, мне принес, говорит, смотри, вот это, говорит, я оригинал заказываю, а вот это вот, говорит, фейк, типа, может, будет интересно ребятам. И вот я с вами поделился. Поэтому это прямая информация, она вот пришла. Тут много Skytech-а. На самом деле, вообще, в основном Skytech. Skytech-то и стоит, смотрите. Вон какие-то ведра Skytech-а. Всякие такие непонятные штуки. Ну, короче, тут все. Вон подарки. Соревнования лишние. Лишние остались, подарки стоят здесь. Ну, какой-то другой турнир их возьмем. С4 комплекса. Ну, тут здесь немножко Синтрокса.
На самом деле, ни один этот протеин я не пробовал. Какие они на вкус, не знаю. Я Синтракс Матрикс пил последний раз лет 12 назад, мне кажется. Он был в таком пакете фиолетового цвета с брызгами. Вообще другой был дизайн. Это типа мультипротеин. Это мульти. Да, казеин, сыворотка, яйцо. Ну, такое я тоже помню. Это изолят, да, нектар был. Прям это мое детство. Еще не было компании даже. Дизайн изменился. Вот, ну, вот этого продукта. БЦАшки. Я даже не знаю, были такие в твое время у Синтракса или нет. Да и все, хочу больше смотреть, особо нечего. Самый большой объем генетика продается. Это вот что? Что-что? Это очень старые партии. Прям очень старые партии. Просто тут стоят этих новогодних БЦАшек. Ну. Я слышал, шорканье я слышал. Кто-то здесь ходил. Кто-то ходил, но его больше нет. Так, в общем. Чё кубим пить? Я за какой-нибудь. О, давайте пич. Да? Да, персик нормальный. О, женьшень, гуарана и витамины. Что надо. Так. Чтобы какая-то жидкость была тонизирующая. И вот так мы делаем фоточку, чтобы Саня потом на меня записал. Все. Такие штуки есть? А? Да, разные. Вот для магазина. Тут футболки стоят. Места не нашлось, чтобы большие стеллажи сюда не поставить. И поэтому тут стоят футболочки. Тут качалочка. Столик, смотрите, какой. Олдскульники. Штанги есть. Освещение. Короче, все как в лучших домах Лондона. Ну, рисковать я, конечно, не буду, но это штанги взять, я и не планировал. Я планировал, очень. Это для тонуса. После почти шестидневного или пятидневного перерыва просто погонять кровь. Ну это что такая вот нормальная, многофункциональная. Нету, да? Ага. Нет. Не нащупал с непривычки. Только ноги ставить. Ой. Когда я стану кошкой, это мне все. Никакого телефона. Ну, нереально иначе. Завтра анализ крови пойду сдавать. Все, зарегистрировался. 13 пробирок. Так, на 32 куска получилось, это со скидками. Ты потом расскажешь, как тебе анализ? Да, да. Я же сказал, что отдельно потом выпуск с одним ученым. А, это ты анализы ему не будешь показывать? Нет, анализ это для себя делал, нет. Мы с ним просто будем обсуждать. А, просто он... Мы по этому поводу общались мы скорее больше в целом по поводу создания методики расширенного чекапа организма. То есть мы обсуждали не только анализы крови, но и, возможно, анализы генетические, непосредственно обследование УЗИ, МРТ, КТ, сосудов, ну то есть полные чекапы. И я ему как-то скидывал тоже, я говорю, по крови вот это сдаю. Он такой, да, норм, типа, а я говорю, еще вот это. А я, говорю, вот это еще делал. Блин, прикольно, вот мы просто зацепились в этой теме. И говорю, блин, надо бы придумать собственную общую тему, какую-то рту, вот полноценную по чекапу. Он такой, да, вот, и... Я говорю, надо будет сесть, просто поставить камеру, поговорить об этом, потому что тема интересная. Вот. Вот так. Поэтому не, я никому не скидываю, меня никто не ведет, меня никто не консультирует.
и не консультировал. Наверное, было там пара людей за всю историю, с которыми я что-либо обсуждал. Вот. Все военные медики. Ушаков Боря, пока он на Бали не уехал. Ну, то есть очень-очень давно это было вот с ним. Опять же, он никогда меня не вел, просто мы как товарищи общались на эти темы и могли обменяться мнениями. Я мог просто ради интереса ему показать. И с Золотаревым Андреем тоже общаемся. Но Андрей мои анализы, в принципе, ни разу не видел даже. Мы просто общаемся на свободные темы и касаемся вопроса, скажем, подготовки здоровья человека. Не возникало у меня необходимости. Хотя, с другой стороны, было бы даже интересно, может быть, даже если с Андреем окажемся в одном месте, тоже бы обсудил. Просто тут вообще нагрузки в руках не чувствую практически. Поэтому сделаю предварительное утомление. Делаю по много повторений. Сейчас, кстати, не считаю, но почти немного. Что-то около 20 или даже больше. Еще подходика 2 сделаю с гантелями. И уже спина чуть-чуть поднагрузится. Полезу на турник. Во-первых, может, подразмялась. Потому что сейчас вот плечи лучевым прям вообще было. Уй, больно. Как схватился, видимо, после отдыха. А может, не после отдыха. Может, просто, не знаю, отравился или вирус был кишечный. Потому что 7 килограмм за ночь потерял. 7! А в саму ночь, когда постоянно меня тошнило. Что тошнило, такой желтого цвета, очень много желчи шло. Ну и по вкусу было понятно, не знаю, то есть усиленный был желчеток. Так, может быть, все-таки вирусное. Вот. У меня в середине ночи ноги почти перестали ходить. То есть настолько была сильная потеря обезвоживания, потеря минералов. То есть ноги прям вот они практически не слушались. Вот. А на следующий день я читал семинар. Этот. В Сочи всем ребятам, кто был на семинаре, огромный привет. Очень много людей, наверное, один из самых массовых семинаров спортивных, которые у меня были. Потому что так, ну, я. Это, ну, опять же, он личный, да. Когда я выступаю на бизнес-мероприятиях, там зачастую много лекторов, не считая последнего, где ты был. А самый крупный пока, по-моему, 700 человек было в Казани. И буду рад вас всех видеть в Москве 18-19 числа. У меня в Инстаграме можно будет найти информацию. Я буду выступать на e-commerce форуме. Мое выступление 19-го, но там заявлено 5000 человек будет присутствовать на мероприятии. Видимо, помещение будет большое. Могу сделать вывод. Видите, какой интеллект, какой аналитический склад ума. Не знаю, не зря просит меня прочитать лекцию. Не помню, на какую тему, если честно. Ну, наверное, что-то полезное и умное, раз позвали, поэтому приходите. Даже спойлерить не буду, видите? Без подсказок. Вкусный напиток, кстати. Почему-то на самом деле я думал, что отдых, запланированный отдых, даст, наоборот, какой-то толчок новый. А вот это параллельное отравление, конечно, наоборот, по ощущениям, откатило. То есть вот сейчас аж конкретно прям вот, ну, словно нет сил. Если, конечно, вернется за недельку, но пока. Понял, в чем дело, почему неудобно. Руки очень широко расставлены, и верхние точки вот так сокращаются. И вот. Или опять же, все-таки обезвоживание. Ну, сейчас буду подтягиваться узким хватом, потому что, по сути, все равно сделал 4 подхода наклоне тяги с гантелями. 3 подхода подтягивания широким хватом. Ну, если это можно назвать подтягиваниями, но правда больно, поэтому зачтем. Вот. И сейчас буду делать это подтягивание узким хватом. Думаю, еще 4 подхода раз по 12-15 получится. И сделаю легкими гантелями махи. 3 подхода по 15 раз. Будем считать это легкой. Такой около тренировкой на спину, реабилитационный. Вот.
Ну прям вот 12 ровно. Я не думаю, что. Не думаю, что сделаю больше даже сейчас. Фух. Ну прям на самом деле. Это лучше по самочувствию. Завтра обязательно после анализа крови. Наверное, какие-нибудь съезжу там по делам. Ну, поем после анализа. Съезжу по делам. Фу. Это было крайне опасно. Чуть не получил производственную травму. Съезжу по делам, восстановлюсь. Там часа 2-3 пройдет, просто кровь дам. И тоже потренируюсь. А завтра сделаю ноги. На выходных мы вас ждем на гран-при NBC, кстати. Помните, ребят? 13 числа, в субботу. Я не помню, где оно проходит. Глав-клаб. В Глав-клабе на Орджоникидзе. Приходите, будет интересно, во-первых, посмотреть соревнования. А во-вторых, увидимся с вами. Буду вам очень рад. Поэтому будет стенд генетика, будет стенд женская одежда Белатика. Кстати, одежду генетик тоже привезем. Какую-то часть. Поэтому всем буду рад. Я не знаю, это какой-то природный ресурс, который есть. Но если говоришь о том, об мыслях, то мысль одна. Типа, ну, у всего есть лимит. Вот я правда да, боюсь. Я прям понимаю, там свой график, свои там нагрузки, объем работы. Да, и я думаю, блядь, а вдруг этот природный мой вот лимит закончится. И что тогда? Ну, типа, вот есть же, ну, такие случаи, ну, тьфу-тьфу. Ну, стрёмно, короче, да. Ты вот. Ладно, на самом деле больно. Наверное, было даже по лицу видно. Но по плечу интересно. Ну, вот сейчас начинаю махи делать больно. А когда поделаю несколько подходов, болевой синдром постепенно снижается. Прогревается плечо. Кстати, сейчас на тренировке беру согревающую мазь. Стараюсь искать самую невонючую, но как короче. И мажу. Вот даже сейчас второй подход пошел. Уже чуть-чуть менее болезненно. А к третьему, четвертому совсем уже в некоторых движениях боли не будет. Главное правильно расположить плечевую кость. То, друзья, мы приехали к моему другу. На встречу. На самом деле одновременно по куче вопросов, я даже не знаю, с чего вам рассказать. От поставок в одни из торговых сетей наших продуктов до обсуждения производства косметики под наши цели. Потому что у меня эта мысль очень давно в голове была. Есть наша женская аудитория на одежде, есть мужская аудитория лично. Поэтому сейчас мы послушаем интересный рассказ. Если ты не против? Вот у нас. Здравствуйте. Аня, здравствуйте. Главное, ну все, Аня говорит самое главное, поэтому Аня вот сейчас меня зовут. Расскажет. Да, расскажу. У нас здесь представлен бренд косметики Домишель. Занимаемся мы производством косметики для тела и для волос. Ну сейчас у нас будет небольшой ребрендинг, поэтому будем делать акцент для тела. Здесь представлены наши флагманы. Акцент для тела? Акцент на косметику для тела, потому что вот здесь представлены наши флагманы. Косметика наша парфюмированная. Это ее фишка, потому что наша компания, фирма «Северная», она берет свои истоки у «Северного сияния». Компания, которая производила одеколоны «Ландыш серебристый», соответственно… История. Да, история. Соответственно, наш бренд, он ну, свою фишку выбрал, да, парфюмированная косметика. Вот здесь представлены крем-лосьоны и скрабы на кремовой основе. Здесь у нас скрабы на гелевой основе представлены. Кроме того, у нас есть серия для тела соцсредства. Это суфле для тела, полностью натуральный состав на основе масла ши. Также есть крем-воск для локтей и стоп. Сыворотки для рук и средства для маникюра и педикюра для ороговевших частей стоп.
и, соответственно, ремувер для кутикулы. Но тоже будет небольшой ребрендинг, и мы часть этих продуктов переведем в линейку гелей для душа. Также планируем в дальнейшем выпустить масло для тела, баттер, возможно. Также хотим выпустить масло для душа. Вот. Ну и еще планируем запустить в дальнейшем линейку Demichelle Home, где хотели бы... Название как появилось? Demichelle. Ну, это имя. У нас, видите, Демикаэль, но произношение Demichelle. Какой-то там хитрой истории нету. У нас очень нет, в этом нет хитрой истории, это наименование. Хитрое есть, но потом я расскажу. Ну, на самом деле, нет, на самом деле, вот сейчас нашим клиентам мы пишем письма от лица тайного поклонника Демишеля, который восхищается красотой, ну и, соответственно, дарит небольшие подарки в виде парфюмированных крем-лосьонов. В 1800 каком-то году был Мишель, там, Михаил, который основался. Ну, Фёдор Каль, да. В 1860 году был француз Фёдор Каль, который организовал в Санкт-Петербурге лабораторию парфюмированную. Ну и, соответственно, от этой лаборатории, он сам был французского происхождения, этот Фёдор Каль, соответственно, это легло в основу нашей истории, нашей компании. Все равно не вижу связи между Федором и Мишелем. Мишель — это француз, это лицо, это поклонник, мужчина-француз, который восхищается женской красотой. Соответственно, вот дарит всякие интересные продукты. Это просто интересно. Это я привез уже с производства. Получается, четыре точки, которые у нас есть на сегодняшний день. Первое — это вот здесь у нас шоурум. Мы не продаем как магазин. Сюда приходит клиент, который заключает какие-то договоры или такие мелкого опыта. То есть по типу, ну как бы, не в плохом смысле, по типу арендой, да? Да, да, да. Что это такое? Которое изначально было заточено с полимерами, то есть уже вообще полностью сделано, у нас антипаразитарные всякие браслеты, там, ошейники, кошки, собаки, там, ну, и так далее. То есть, все производится у нас. Ну что, ребята, это, ну хотя бы с подарочками, тестовые. В общем, рассказывал вам про косметику, моего партнера предприятия производства косметики, у него есть также еще производство БАДов для домашних животных, а ко мне у него запрос на производство кормовых смесей для бойцовых животных, а также для конного спорта. Нужна сыпучка, смеситель и фасовка, это моя специфика. Я, помните, утром рассказывал про косметику, у меня есть интерес подумать про нишу, посчитать. Косметики, они работают именно на СТМе, то есть выпускают косметику под бренд, под запрос, с выбором запахов. В общем, вот такая возможная коллаборация. Посмотрим, к чему приведет. Одну еще дали брендовую штучку красивую. Вот такая вот. Возможно, я буду пахнуть чуть лучше, но Леха даже лицо не кривит. Значит, несмотря на то, что я с самолета, на то, что я покачался на складе. Это наша третья встреча. Пока я был еще на одной встрече с моим добрым другом, обсуждали мы бодибилдинг, бои, два летних мероприятия по фитнесу, возможный турнир на мое день рождения и фитнес-викенд. Леха в это время снимал жопы. Засмотрелся на жопы в потрясающей одежде Белатика для ваших девчонок или для вас, девчонки, если вы меня смотрите. Но опять же, из-за того, что Леха не приехал, вы не увидели обалденно красивый ресторан. Вот знаешь, на Александра Невского, круглый. Бля, там внутри вообще очень красиво, я там первый раз был. Меня так от пуза накормили там всеми крабами, гадами, гребешками. В общем, я сытый. Потрясающий мой друг, мне очень приятно с ним было видеться. У него еще есть, кроме бизнесовых вопросов, личные. Мы договорились увидеться, наверное, в воскресенье. Пойдем потренируемся. Может, камеру прихвачу с собой. Может, камеру с Лехой, если он не уедет никуда на эти выходные. Мой день не заканчивается. У меня, скорее всего, еще две встречи. Леху я отпущу, потому что он будет их снимать. Его придется потом убить. Вот, поэтому, блядь.
работа, наша служба и опасна, и трудна, мои дорогие друзья. Я, Насим, откланиваюсь. Я желаю вам чудесного дня, утра, вечера, даже, может быть, ночи. Не знаю, как вы смотрите этот ролик. Берегите себя, ставьте палец вверх, если понравилось, если было хоть чуть-чуточку интересно. Всех вас обнял. Пойду куплю себе водички. Ну, друзья, ну что? Я очень рассчитываю на то, что это последняя встреча на сегодня. Я не буду вам врать, конечно, я не устал. Ну, в данный момент, если быть до конца честным. Но все-таки где-то головой я понимаю, что кому-то, наверное, нужно набрать укольчики, сделать протеин, покинуть, постирать вещи. В общем, подготовиться к завтрашнему дню. Завтра поеду, сделаю себе небольшие подарки. Может быть, покажу вам, может, нет. А то совсем меня за умалишенного примете. Кто-то уже написал. Я забыл. Слушай, что-то написали. Смесь кого-то там. Написали, ты уже говорит, совсем, говорит, смесь Тинькова, говорит, ты чемпионы, говорит, тебя уже там. Не знаю, так, не так. Вам виднее, на самом деле. Вам виднее, вам судить, но есть один нюанс. Мне похуй. Вот. Это тоже очень немаловажно. То есть, живите так, чтобы быть перед собой. В первую очередь. Как-то честными, чистыми, справедливыми. Дай бог, чтобы ваше мерило справедливости было и по отношению к миру адекватно. Уже прощались, поэтому просто пойду, там меня ждут уже. Давайте.